Ну, это да, естественно. Точно ваше. Вот. А там, по-моему, тоже наш. Ну, сейчас посмотрим. Российский центр медицинской катастроф, центр медицинской эвакуации, врач-анестезиолог-реаниматолог Серик Михаил Геннадьевич. Цель нашей поездки – это медицинская эвакуация для очередного этапа оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных и лечебных учреждениях России, в частности, в городе Москве. Больные находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Следующий этап медицинской эвакуации планируется ребятишек 9-й клинической больницы города Москвы, а взрослого пациента в НИИ Вишневского города Москвы.